Донецкой области после эвакуации населения до сих пор сохраняется напряженная обстановка. На блокированных территориях повсеместно орудуют банды мародеров, а в районе Таркова активизировали свою деятельность частные военные компании. Среди них западные ЧВК, представляющие интересы международной корпорации Terra Group, а также, по некоторым данным, российская частная военная компания BR. Присутствие последнего в неспокойном регионе по-прежнему не подтверждается российскими официальными властями. Опять повсюду эта хуйня.